Hi guys, welcome to my channel Vasya Indahay. My name is Sergey. Today's story is really shocked me. It shocked me because a person cannot live in such terrible conditions, especially a girl alone with disability. Her village is located about 300 kilometers away from Moscow. Her village is abandoned, and what we saw, friends, well, I think you must see it your own eyes. А люди про тебя знают в этой деревне? Знают. Слушай, я просто немножечко так вот шокирован условиями твоими. Зачем ты родилась? Я не хочу тебя. Зачем ты нужна нам? А туалет здесь на улице, да? Ты? Его уже нет, я его снесла. Все очень, очень плохо. Грязно. Здравствуйте, есть кто-нибудь дома? Здравствуйте, есть дома кто-нибудь? Кто-то есть. Привет. Привет. Мы приехали помочь вам. Нам написали о вас. Как вас зовут? Меня Таня. Таня? Меня Сергей. Ты расскажи, пожалуйста, ты здесь одна живешь, получается? Я да. Парень бросил меня. Парень бросил? Угу. Обалдеть. И давно ты здесь живешь? 7 лет. Вот в этом доме? Угу. Я жила раньше в Высоком. В Высоком? Угу. А сколько тебе лет? Мне 35 будет. 35? Угу. Покажешь нам, как ты живешь? Пойдем. Вот так. Вот так? Ага. Молодец. Можно мы тебе микрофончик, да, повесим? Микрофончик, чтобы слышно было. Да. А кто здесь жил до тебя, скажи? До меня здесь жил мой парень и мать его. Ну это старый дом, да? Сколько ему лет получилось? Ой, я не знаю, ему много лет. Много? Да. Еще, наверное, меня в помине не было, этот дом стоял. Угу. У тебя нет отопления, да? Нет, я печку топлю дровами. А свет есть? Света нет, ничего нет. Офигеть. Слушай, я просто немножечко так вот шокирован условиями твоими. Офигеть. Это все твои дрова, да, сейчас, которые есть? Да. Ну, потом завтра еще. Будь здорова. Она у меня заболела. Чихает кошка, да? Угу. Ну, холодно, наверное, простудилась. Холодно, а я только вечером топлю печку. Так и нормально. Ты экономишь дрова, да? Ну, я все тут поломала. Туалет поломала, забор поломала. Почему? Все поломала. Почему? Дрова себе заказывала, мне покупали. Привозили, я их стопила все. А, вот. То есть ты все на дрова у тебя ушло? Ты говоришь, да. Поломала, да? Я неправильно тебя понял. Просто. Да, да. А скажи, ну, электричество давно у тебя нет в доме? Не знаю, когда я сюда переехал, тут был свет, а потом его вырубили электрики. Потому что здесь никто ничего не платил. А, были долги, на, то есть... Ну паре, да, за свет, за газ, за все. Я хотела тут ремонт делать, платить сама все, но мне сказали, вы тут не прописаны, так что... Ага. А где ты здесь вот моешься, где у тебя... Ну как... Как люди делают? В ведре там или ведре, в ванне. Да? Да, воды нагревают. А ванна здесь есть у тебя? Ванны нет. То есть в ведре, да? Угу. Бошку там помыть, ноги. Угу. Все такое. Угу. И когда ты мылась последний раз? Каждый день. Каждый день? Да, вот. Когда печку топлю вечером. Сейчас тебе 35, да? Сейчас мне, да, 35. Долго вы были вот со своим женихом? Я с ним прожила 7 лет. А что послужило вот вашим расставанием? Просто
У меня была подруга, она его увела у меня. Он в нее влюбился и уехал к ней. Еще не понравилось ему тут жить. Не понравилось? Нет. Угу. Тем более все я делала в дом, и дрова покупала, и станцию себе покупала, ну это, которая заводит свет, чтоб. А он пил? Он выпивал так пиво, угу, по чуть-чуть. И пилу себе покупала для дров пилить. Он все позабрал. А, все забрал? У тебя нет пилы для дров? Mm-mm. Все позабрал. Станцию мою забрал за 10 тысяч. Какую станцию? Ну, это, или такая, на бензине, которая заводится. А, генератор, да? Да. А, понял, то есть у тебя... У меня тут все было, пока он все не уволок. Угу. Ну, а ты видел, как он тебе все это берет? Ты как-то предпринимала что-то? Ну, я орала. Замечания ему делала, а ему все равно. Говорит, ты докажи. А что мне доказывать? Он станцию один раз привез, она вся ломаная. А туалет здесь на улице, да, ты? Его уже нет, я его снесла. Да? А, ты его на дрова разобрала? Да. А. У нас поросята были. Угу. Вот, я поросят держала. Угу. Двоих. А что у тебя за инвалидность? Расскажи, как это называется? У меня инвалидность нога почему-то, не знаю, вторая группа. Вторая группа? А что? У меня одна нога, одна длиннее, а одна короче. А, и ты хромаешь, да? Да. Ну, я на пятку не наступаю, я только на пальцы. Когда я маленькая была, хотели операцию сделать. Ну, а потом сказали, деньги надо, их не оказалось. Надо было 50 тысяч. Всего лишь 50 тысяч, и ты да. бы ходила нормально? И я бы ходила нормально. Ну, их у нас в такое время не было. Раньше какие времена были? Родители тогда выпивали? В то время? Да, у мамки минималка была 4 тысячи, у папки вообще 2,5. Какие там 50 тысяч? Скучаешь по родителям? Да, скучаем. Давно не было на кладбище. Они недалеко похоронены, да? В Новослободске. Они далеко отсюда? Далеко. Какая вот. Мама была, когда не пила, расскажи. Мама веселая была, хорошая, добрая. Никогда не ругала нас. Угу. Вот. Папка только такой был, злой. Меня вообще не любил, а вот Наташку мою младшую любил. Зачем ты родилась? Я не хочу тебя, зачем ты нужна нам? А мамка всегда заступалась за меня. Это моя любимая. У тебя есть какая-то обида на него? Если честно, нет, все прошло. Ни обид, ничего нет. Как говорится, о покойниках плохо не говорят. Угу, угу. Так что обиды нет никакой. То, что они мне ничего не оставили, вот это да. У меня дом раньше был хороший. Дом у них был хороший, большой у нас был дом. Угу. Газ, печка, все было. Ну, мама как-то выпила и сгорела в этом доме. А, мама погибла в доме? Да. А. Ну, она еще запах не чувствовала. Да? Угу. Это у нее такое было врожденное, да? Угу. А отец как погиб? А папка от рака умер. Курил много. А люди про тебя знают в этой деревне? Знают. Ну и часто помогают, приходят? Ну, кто как. Вот сосед рядом тоже помогает. А чем он помогает? Да ничем. Я у него топоры беру, пилу беру, дрова пилить. А, этим помогает, да? Да. Понятно. А как у тебя с алкоголем обстоят дела? Не, я не могу его переносить. У меня, во-первых, желудок больной, мне нельзя пить. Родители пили, ну я свои, я их не хочу условия, как они жили, ага. Я хочу жить по-другому, своей жизнью. Угу. Как ты день проводишь? Я в телефоне сижу, книжки читаю. Книжки читаешь? Да. А что у тебя сейчас за книга тут? Ты играл в детектив? Ничего не делаю. Ночь настает, лягу, в телефоне играю в игры. А потом спать. Потом опять встаю, иду дрова искать. Пойду в какой-нибудь дом, наломаю себе. Забор? Да. Хулиганить, да, приходится? А? Хулиганить приходится? Да. А без этого никак. В город бы хотела съездить? Нет? Да, хотела бы. Тоже мечтаю об этом. Прихмахерскую. Угу. Я была там как-то один раз. В эти вот салоны, да, как они называются? Салон красоты. А, туда хочешь, да? Да. У тебя есть какая-нибудь мечта, расскажи. Мечта? Уехать отсюда. А куда бы ты хотел?
Ну, вот сейчас квартиру в Думинчах строят, уже сделали. Это государство даст тебе, да? Да, государство. То, что, ну, как я инвалид, угу. Жить мне негде. Вот там все сейчас сказали, будет газ, ванна, отопление. Вот об этом, да, мечтаешь? Да, хочу переехать отсюда. А тут света нет, ничего нет. Сейчас перееду, все заберу отсюда, телек свой заберу отсюда. Телек? Угу. Вот этот? Ага, маленький. Это ж я покупала его тоже. А у тебя сейчас какая-то мечта есть? Вот что тебе нужно, вот прям необходимо? Ой, сейчас бы у меня мечта была бы телек посмотреть или свет какой-нибудь. Или свет, да? Да. Ну а в дом тебе сюда что-то нужно вообще? Вот? А что мне в здесь В новый нужно? Дом, допустим, что будет тебе нужно, необходимо? Ну, мебель какая-нибудь. Мебель? Да. Диван, да, что-то еще? Да, да, что-нибудь такое. Угу. А то я сейчас перееду, у меня там ничего нет. Пустая квартира. Угу. А когда будет дом сдан? Сказали, в мае. Слушай, а из продуктов что ты давно не ела и хотела бы, допустим, прям? Из продуктов я все ем. Только у меня желудок этого не позволяет. Да? Да, у меня желудок болит. Я что не поем, все, ведро. А ты не лечишь никак его? Надо. А у меня денег на это нет, чтобы его лечить. Я сейчас пенсию получу 22-го. Все, я ее в магазин отдам. У меня, во-первых, я получаю пока 7 тысяч. Я живу на 7 тысяч. У тебя даже нет денег на таблетки, да, чтобы вылечить голову? Слушай, ну даже если язва, даже если, да, вот самое худшее, что брать, нужен омес. Знаешь, что это такое? Знаю, я пила раньше его. Омепразол. Угу. Он дорогой, да? Но он помогал. А как ты, что ты ешь с утра вообще? Кофе пью. Это для желудка не очень. Надо кашу есть. Ну, я не могу без кофе. У меня то давление низкое, то высокое. Угу. А чай я так пью, редко иногда. Угу. Обычно я... Сейчас живот болит? Сейчас нет, сейчас я поела. Угу. Пельмени ела горячие. Угу. Пельмени в магазине брала. Потом сегодня, вчера яичницу ела. Здесь Ого. Есть вообще аптека в этой деревне? На площадке. А так нет, да? Нет. Там одна аптека у нас только. И тут а, магазины пешком. Какие-то? Здесь один у Оли магазин. Я в Палаточка, да? Да, я у нее в долг беру. Много там долгов у тебя? У меня? Да, да, прилично. Ну, сколько магазин ты должна? Ну, 1018. 18 тысяч, да, магазин? Да. Ну, какая молодец. Что скажешь, что ты снимаешь, а? Ты кто вообще такой, да? Слушай, поехали в магазин что-нибудь купим. Тебе покушать. Доедешь с нами? Поедем. Поехали? Это у тебя совсем сейчас ничего нет, наверное, да? Да, я сегодня чуть-чуть себе взяла поесть. Угу. С ума сойти, друзья. Пока что хоть как-то постараемся помочь. Ну, люди добрые в деревне у тебя? Да, есть какие добрые, какие злые. Когда у тебя деньги есть, тогда они добрые. А когда у тебя денег нет, они злые. Вот, красная. Вот это, да, палаточка? Да. Здрасте. Здравствуйте. Тань, Ты возьми продукты, какие прямо сейчас тебе нужны, необходимы. Ага. Гречки. Тетюль, дайте пачку порошка. Тетюль, дайте мне сладости каких-нибудь. Да, лука взять. Есть печенье, есть лук. Лимонад деревенский продают, он выходит 7 рублей. Лимонад не пьешь деревенский, нет? Потому что у меня желудок. Желудок, ну понятно. Смотрю, ты мало набрал. Не стесняйся, давай возьмем. Вот. Угу. Давайте, ты тушенку кушаешь? Да. Давай я в свои руки возьму. Тушеночки дайте еще самые хорошие. Баночки, не знаю, 4 там. Мы постараемся тебе уже помочь поглобальнее, вот с квартирой. Ну, просто я думал, тебе в доме что-то нужно. Ты говоришь, съезжаешь, да, с этого дома? Да. Думинчик, квартиру ей же дали. Ну вот, она нам сказала, да. Дома смысла нет ей чинить. Нет. Да. Тетюль, семечек большую пачку дайте. А, и этого, тетюль, Ролтона мне дайте. Приправу. Ролтон желудок твой добьет, я тебе скажу. Аптека здесь рядом? Сколько ехать до аптеки?
на бульон. А, бульон. Ну, бульон. Нет, две пачки тетёли еще да. одну дайте. Парочку. А я соль не ем. До аптеки тут далеко у вас? На заводе у нас аптека. Шампунь нужен? Что-нибудь такое? А, шампунь у меня есть. Есть? Да. Мыло там подумай, чего не, надо. Мыло надо еще. Мыльца вот возьми, да. Возьми фруктов. Что ли, дайте фруктов. Ты фрукты давно-то ела хоть? Нет, уже забыла. Летом. Апельсины, яблоки, киви, гранаты. Не, апельсины не надо, яблок. А можно еще свои кошки возьму этих? Бери, конечно. Ты что, лип пару пакетов этих? 2 500, 32. Сейчас я. Можно вас так называть уже? Угу. Я знаю, что у нее долг. Возьмите, пожалуйста. А откуда вы знаете? Она нам сказала. Возьмите. Да. Написала. Спасибо. Отлично, отлично. Вам спасибо. Ну, как ощущения у тебя вообще? Ощущения у меня нормальные. Рада, что вы приехали. Спасибо за помощь. Спасибо за лекарства. Я вот. Тебе скажу еще. Мы... Очень... Решили вопрос с твоим долгом. Спасибо, то, что долг отдали. За все спасибо вам. Хорошие ребята. Thank you guys for watching this video. Very many people ask me, text me, how we can help your channel. I always told what the biggest help from you guys is your subscribing to our channel. And please subscribe to my Instagram. There is a lot of photo, video from my life. This is the biggest support from you. Thank you for watching us. See you in the next video. Be safe and goodbye.